Будаут отбегу в турторный штоп коронавирус слышит звяфью кочемазуча. Урцеги хту, а медицина псхырара роуит. Зеги зларды руала, чемазуча рахабхадзара, чаиху и харакайгуа, урустплон пияз, а курсант ша студент ша роуп. Уртругу бзира кардзееху, пирыму, а чемазара Марьяна ирхаругойт лгойт, отбыла асанинтарт хакимха да Людмила Скорик. В Гудаутскую больницу помещены ребята с хорошим иммунитетом. Они все спортивные, они будущие наши военнослужащие. Естественно, проходили очень хороший спортивный отбор в эти военные учреждения. Естественно, протекает у них заболевание в легкой степени. Они себя чувствуют прекрасно, но это не значит, что мы не проводим им специфического лечения именно противовирусного. И, естественно, на этом фоне, на фоне лечения, они себя чувствуют замечательно. То есть они не ушли в ту степень средней или тяжелую форму, когда им нужна искусственная вентиляция и так далее и тому подобное. Ашка чемазаря зыхны и хурахин проводжыка абжбет пиарат база дахатарна куб хубрегнат уехту ацхыра рахир туитуага тыпан харат хуфтуртагна. Ачавеча чемазыча бамбора хаблаят уб урта айгуа Москван пихан хвид. Убаски чемазыча рабжера и хубхечан пихан хвиз таатшак. Урт хьюка губ. Ачемазыча рахин проводжы и хурахтнихид. Пациент, который возрастной, лежит у нас в Гудаутской больнице. Еще, скажем так, не достиг своего пика заболевания. Конечно, он в настоящий период времени стабилизирован, чувствует себя тоже благополучно, хотя наши врачи принимают очень много усилий для того, чтобы он не ушел в тяжелую степень заболевания. В эту ночь он чувствовал себя достаточно тяжело. Врачи не спали всю ночь для того, чтобы купировать его состояние. Апсны рылаху карантина хуаку мачки штрипсы чызги хауа апсыр аргурчаны зыруб хауара чызлаху аусмен пкатпкой чырым калалару полухойт Людмила Скорик. А карантин апхара куйруку многу и харага сабрада курчат мурхуа ялагар атагыла заши чахар алшуит абрет пылхуит атбыла асанин тартпа кемхада. Овезы рабхазир гылана апхара куйлазгу хауа и хызу аруб. Те лица, которые у нас не помещаются, то есть неорганизованные лица, заезжающие в Республику Абхазию, это наши жители, они возвращаются сейчас на летний период в свои дома, в свои, по месту своего основного жительства. Вот. И они же нарушают самоизоляцию. Отследить их нахождение все 14 дней Государственная санитарно-эпидемиологическая служба не может. Естественно, мы им отзваниваемся, спрашиваем о их состоянии здоровья. Лазарам за фиби жир заханиви вяхаю кава апсыра, а чимазыра грылашны его ега муайл каразы, яхту атестку ирхысит. Уртыртак ярлысны елка ахойд. Налыш хинджерия па Алекса Быстроков, апсотеля хапшыра.